Друзья, привет! Третий день голодания прошел довольно-таки нервозно, то есть все раздражало, бесило, и жуткая сонливость была. То есть к вечеру меня просто вырубало, за рулем ехал, вроде недалеко там до тещи, но просто выносило. Вот, и вялость очень сильная, то есть заставить себя что-либо делать очень тяжело. Поэтому такое вот неприятное состояние. Говорю, самый тяжелый день это второй и третий. Так что вот так вот.